Здравия желаю, дамы и господа. Да благоволит нам Господь. С вами Грибабас. И Джон Клюкер. Сейчас рубрика опять короткие вопросы, короткие ответы. Так, вопрос Грибабас. Грибабас, вот скажи мне, пожалуйста, какое мясо животного ты не ел и хотел бы съесть? Хотел бы съесть? Ну вот мясо животного. Съедобное. Ну давай, долго будешь думать? Может, долго пока буду думать это. Выключить камеру? Выключи пока. Вот это, в общем, Гриб, вот пока шли, тут немножко метров сколько мы с тобой? 50 прошли или? Да, где-то так. Грибабас и утку перебрал, и зайца, и гуся. В общем, ты Анечка, подумай, какое мясо-то. Вот ты наверняка эту кенгурятину не ел. О, нет, не ел я ее. А хотел бы поесть? Хотел поесть я ее. Потом, что у нас, какое еще мясо бывает? Бизонятина. А такое же, наверное, бывает? Ну, бизон. А, бизон? А, их, наверное, кстати, истребили, скорее всего. Наверное, бизонов, наверное, нету. Потом есть это животное як. Слышал? Вот, я слышал такое. Ну их тоже, наверное, редко тоже они. Потом какие еще животные? А, эти, газели. Газель такая, знаешь, типа оленя такого. Знаю. Потом какие еще есть такие редкие? Может, птицы какие-то редкие там, может быть. Но птиц, ладно, не будем трогать. А сама это лама животное. Лама, да. Вот лама. Кстати, обезьян едят мясо. Обезьян? Да. О-о-о. Как-то видел по телеку вот, это, едят это, мозги обезьян. Да, вот это самое. Шимпанзе и такие небольшие такие обезьянки, как они называются, я не знаю такие. Они типа как грустные, по-человеку они позу постоянно. Ну ладно, это мы вот обезьян не будем кушать. Ну, давай, да, рассказывай, что ты еще может быть. Ну короче, этот, пеликанов. О, они вонючие, наверное. Вонючие, да? Не, их не едят, наверное, скорее всего. Не едят, да? Ну, так, из животных. А бараны, баранину ел? Да, ну не ел баранину я. Нет, тут вопрос в том, чтобы ты, ну, вообще, которое мясо не ел. А нет, я вообще его не ел, баранину. Разве, ты что? Ну, ел, может. Ну, наверняка давно ел. Это мне еще мороз, по-моему, угощал. О, кстати, ты ж не ел, наверное, этого. Нутрию. Нутрию. О, нет, не ел ни разу. Крыса это нутрия. Я знаю. Говорят, мясо вкусное. Вкусно, вот, да? Кстати, а нутрия у нас водится. Помнишь, мы тогда на Чапаевске были, охотник нутрию приготовил. Ну. Там еще такая, тушки были такие в этом, в майонезе. Слюни потекли. В майонезе с луком. Ну такие они были страшненькие, это ж водные крысы. Водные крысы, да. Короче, на чем, на кенгурятине или на нутрии остановимся? Давай на кенгурятине. Ну вот, все, Грибабас бы хотел бы покушать кенгурятину. Спасибо за внимание. Спасибо. Удачи всем. Удачи.